А сегодня у нас 29.07.2018. В общем, загружаю видео на мою страницу Фейсбука. 16:22. Вот, видео загружается. Видео загружается. Вот. А так я в моем мейлинге. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Это я. А что вы думаете? Вот здесь Матильдочка ходила. Что-то она тут такое говорила, что она больная там или еще что-то. Я говорю, Матильда, вот у тебя еда есть положена, дверь открыта. Что еще надо? И там я вышла, стала шлангом мыть. Понимаете, только и мой, понимаете? Только наладишь здоровье. А они, блядь, насыпят гадости. Хуяк бардак, мой за них, понимаете? Я эту лестницу, она вот опять грязная. Я сколько потратила? Я полгода уже каждый день в таком состоянии ее мою. Вот. Так что вот, а я тоже встала. Мне тоже нужно отдыхать. Я тоже встала в совершенно ужасном состоянии. Мне нужен отдых, понимаете? Я тоже совершенно в ужасном состоянии. А кто мне будет помогать? Вон у меня. Мне на всех этажах полы надо мыть. Полы надо мыть, лестницу надо мыть. Вот делаю, а что? Пусть так будет. Пусть будет. Вот денег заработаю. Я так понимаю, что там это, в общем, как это? Денег заработаю, найму, наверное, вымоют мне. А что? Понимаете, вот будут там. Вон, стала я это... перед маймеллингом вот эту вот парковку мыть. В общем, хожу там со шлангом, вообще ноль внимания. Ну пусть моет, думает она, пусть моет, короче, она ж не снимает. А я скажу, что это я. Я так уже, понимаете, уже сколько здесь, уже годами так работаю. Они, суки, типа, она, да, так пусть она там это делает. Говорит, я все сделала. Так пусть она там, она говорит, да пусть она моет. И вообще даже ноль внимания. Пусть моет. Она ж не снимает, что это она сделает. Я скажу, что это я. И там тоже отдыхающие сели. Так это все мы. Это ж ночью мы были. Это к нам же лезли. Бандюги к нам лезли. Понимаете? Это ж мы написали. Она ж там еще не подписала. Она ж все сама делает. Она ж еще не подписала. Я там еще видео не подписала. А чего? Вот они. Они думают, что у меня чистота, порядочек. А как это дается? Я только наведу, только... восстановлю мое здоровье, только здесь восстановлю, чистота, вот это, вот там вышел, пойти только восстановил, только помыла, вообще просто красота, чистота, великолепное здоровье, нет, опять они там ночью накидали, пожалуйста, возьмите наше говно, болезни и так далее, и опять с утра все по новой, а как вы думали, вот вам правда, поэтому я ей дверь открыла, пусть идет, понимаете, я сама тут уже буду сидеть, восстанавливать свое здоровье, вот я приняла душик, понимаете, вот, на нет, пусть убираются. Вот валяется все, и там у меня. Сейчас вот этот вот кондиционер капает, как там, это вздуется пол. Сейчас у меня там вздуется пол. Да нахрена с этим полом? Так вот все он капает. Вот, поэтому только и ходи. Понимаете, только убрался. Потом, понимаете, вот эту вот доставочку сделаешь, вы понимаете, да? Человечек придет, походит, и опять пол мой по новой. Ну, вы меня поняли? Для чего я это делаю? Для чего я их приглашаю? Чтобы вы посмотрели. Вот он ко мне пришел, я пол вымыла, у меня здесь чисто. Он пришел, потом к вам туда. Вы там посмотрели. Я сейчас буду полы мыть.